В Дубае из-за непогоды рухнул башенный кран. Многометровая конструкция упала прямо на оживленное шоссе, повредив рядом стоявшее здание и перекрыв движение. Досталось и припаркованным автомобилям, которые немедленно вспыхнули. Только чудом обошлось без жертв. Пострадал один человек. Кран в буквальном смысле сдуло. Порывы ветра достигали 80 км в час. Даже объявили штормовое предупреждение. А в некоторых районах страны, где в феврале днем температура обычно держится в районе 25 градусов тепла, выпал снег. В гористой местности покров достиг 10 сантиметров.